Всем привет! Вы находитесь на канале Елена Ермакова. Немного о Днепропетровске. Это памятник космонавтике, в народе называют Чупа-Чупс. Библиотека в историческом здании Екатериновки. Днепропетровск – очень прекрасный город. Это здание городского совета Днепропетровска. Находится в центре города. Также в центре города находится Преображенский храм. Он находится на Комсомольском острове. А сейчас хочу представить вам прекрасного художника Наталья Капуста. Свято-Троицкий собор построен на честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1791 году была освящена. Многие памятники, установленные в Днепре, скрывают в себе множество тайн и загадок. Хотя какие могли быть загадки? На Соборной площади остались памятники комсомольцам 18-х годов. И самый прекрасный парк имени Лазаря Глобы. Это центральный парк города Днепр. Одна из наших наилучших достопримечательностей. Памятник Дмитру Ивановичу Яворницкому в Днепропетровске был открыт 8 ноября 1995 года к его 140-летию со дня рождения. Друзья, я еще очень много вам расскажу интересных памятников и монументов в городе Днепре. Ранее назывался он Днепропетровск. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставайтесь со мной. Всего хорошего. До новых встреч, друзья.